В связи с предотвращением распространения коронавируса на пути из Сарова в Темников и обратно периодически будет дежурить патруль. Основная его задача – обеспечение безопасности дорожного движения и разъяснительная работа, утверждает глава Темниковского района Сергей Кизим. Постоянно приток населения, можно так сказать, на темниковскую землю. Ориентировочно где-то более 500, но сложно посчитать, потому что начали мы фиксировать всего лишь неделю назад, а до этого они приезжали. Вот, и сейчас продолжает. Ну, сейчас уже проще. Мы уже фиксируем на подъезде в Республику Мордовия. Фиксируем. И потом сведения все направляются уже по месту пребывания. Сотрудники ГИБДД будут фиксировать количество людей, которые прибывают на территорию района. Информировать водителей и пассажиров о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции и правилах перемещения. По словам Сергея Кизима, приостановить междугородние отношения между Темниковым и Саровым невозможно. Многие жители ездят на дачи, работают в организациях, которые продолжают функционировать. С Саровым немножко, мне кажется, ситуация должна быть другая, потому что мы как бы... как одно целое работаем. У нас люди здесь проживают, а работают каждый день, ездят как в соседний район города, можно так сказать, в Саров. Вот, поэтому мы сейчас вышли с предложением внести некоторые изменения в указ главы. Вот сегодня мы отдали эту же бумагу главному санитарному врачу, тот, значит, в свою очередь, главе республики. Я думаю, день-два, вот, и мы этот нюанс коллизии, скажем, законодательства мы должны урегулировать. На специальном бланке автомобилисты должны будут указать личные данные и дать согласие на предоставление информации о местонахождении. Правоохранительные органы смогут получать ее с помощью оператора мобильной связи в течение 14 суток после поездки. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.